Йей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэн, ОлТВ, Легенда, Кисмюга-буга, Плеймарк, Гусанёк, Госдума, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Максим, здравствуйте. Ребятушки, сегодня у нас будет очень классный и веселый ролик, аниматроники пугают охранника, но сегодня будет немножко по-другому, будет 7 охранников и 1 аниматроник. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Представляете, в такой коморке 7 охранников. Эта пиццерия наняла столько работников, потому что они не справляются. Смотри, смотри, смотри! Я так мечтал это сделать. Один удар, и 7 охранников слегли. Отлично. Так, ну давайте немножечко лайтовенько сделаем и будем усложнять. Смысл усложнять? Не стойте в дверях, пожалуйста. Вы уйдите, уйдите. Ой. Да ну что ты делаешь? Идет. Закрой. Не нажимайте. Ай, блин, пацаны, не хотел, не хотел. Ну там нога пролезла. А кто дверь клацает из вас? Не, ну это прикольно. Ой. Справа. Или где? Я наблюдаю, я смотрю, смотрю. Да закрой. А зачем вы? А кто откроет у вас калитки? Это же круто, молодцы. Я сразу подобрал правильных охранников, ну что было веселее. Конечно. Ну естественно, молодцы. Бежит, бежит, бежит. Открыл. Дети. Да идите сюда. Дети. Вот смотри, что вы делаете. Понял? Пошел отсюда. Что, я полез? Ты куда вышел? Все в хату. Закрой, закрой! Так ты... Так, подожди, а кто-то один спетлял? Я так понял, что кого-то там не было. Стоп! А ну-ка, кто у нас тут прячется? Тут? Тут? Нету, нет, так, не понял. Да тебя обманул, да тебя обманули. А, он вернулся? Да, это я был. Ах ты хитрый. Думай, иди отсюда. Так, ребята, давайте возьмем аниматроника вообще с другого пака какого-то крутого. О! Так, сразу злой режим включаем. Ты где там? Ох, чё, а чё ты тут делаешь? А? Что ты тут делаешь? Давай, если ты знаешь секретное слово аниматроников, я тебя не замочу. Нет, не знаю. Аниматроники лохи. Это было правильно! Вот он бежит, 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 бежит! Есть! Вы чё разбегаетесь по всей пиццерии? Вы должны в хате сидеть. А я слинял. Не-не-не, пацаны, придется вас всех наказывать. Хатик. Вы должны сидеть в хате. Нельзя выходить. Мы гулять хотим. Какой гулять? А, гулять хотите? Хорошо. Так, взял другого аниматроника. Вообще старого-старого. Пустите. 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 О, я могу хватать вас. Но я трусы мою. А, этот бьет только по прицелу, я не смогу вас так мочить. Не открывай. А если вы откроете дверь, я смогу только так убить. Через дверь я не могу. Морда. Мясиная. Подожди, тут кто-то ходит, я видел. Открой, открой. Я бегаю. Так, тут никого. А тут? О, ты что там делал? Не знаю. Да пустите, охранники. О, давай, давай, давай. Я успею. А, о, как? А как я это сделал? А там щелочка внизу была. Я подловил просто. Да щелочка. Да щелочка была. О. Нету щелочки. Коса, короче, буду вам приколы мочить, смотрите. Слышите? Уфа, закрой лучше. ОлТВ, я тебя сейчас как, я тебя сейчас как пну? Да иди отсюда. Ой, я. На тебе. Пустите. Не. На тебе. Заходи. Да ты что делаешь? Все, Сань, хватит, тихо, тихо, Сань. На тебе пинка даю. Пустите. Не. Так выходи. Заходи. Стой, а слово охранников, говори. Заходи, Дима. Давай фикелю, вы шутите, да, со мной шутки? А что ты тут делаешь? Ты даже тебя не видел?
Не, пацаны, сегодня будет четкая мочилова, я вас не оставлю в покое. Ставишь? Подойди до шкатулки. Какой? Ударь ее монтировкой. А вот шкатулочка лежит. А возле сцены. Вот это сцена. Расстреливай ее, пацаны. Расстреливай! Зря, зря вы это делаете. Бегите, бегите! Быстрее, в офис. У нас нафиг всех. Ну и как я вам скримерцы кидаю? Я знал, что это такой неватродик. Видно все? Не, не видно. Видно. Откройте. Да не нафиг. Вот это веселье. Блин, классно тут пацанами поиздеваться, мне это нравится. Но аниматроники это жесткие, вы что думали? Это просто так все? Мы поддаемся. Мы поддаемся, мы еще не в полную силу играем. Нифига тут дышат все. О, идет слева. Ага, фиг тебя. Опять меня в ты чё? Он сейчас резко побежит. А я закрою, не бойся. О, так, стой. Ого! А говорил, полы мыть не умеешь. Красиво ты протерся пузом. Да ну откройте, не хватит болотца. Я уж пойду ищу. Куда ты ползешь? А куда ползет, ты ползет, морда. А вы сейчас дверь откройте, я заползу, смотри. Не заползешь. Ай! Я же говорю, косячит один, умирают все. Нельзя, вы должны играть как одноценная команда. Да мы только наспакнись, куда ты уйдешь? Ну пацаны, ну я же к вам по добру отношусь. И нас 10 раз убил по добру? Да. Тактика, надо. Откройте, откройте. Надо начать его убивать. Ну вот. О, давайте, хотите повоевать со мной? Давай, давай, давай. Только без шаров АР-2. Угу. И без админского пистолета, гусанек. Ну давай, кто не... Ух ты, хотел сказать, кто не сыт. Ай, больно. Иди сюда, давай. Ай. Он байтит нас. Ай-яй-яй! Да зачем вы меня убиваете? Ребята, настроение отличнейшее. Залетайте в наш Дискорд, подписывайтесь. Каждый день выходят ролики. Ну и обязательно лайкосик, если вам нравятся такие угарные ролики, как мы сейчас делаем. Он в туалете сидит, пацаны. Вы сами себе гранат набросали, а вы умные. Ты своим ты даже пригвождателем пользоваться не можешь. Ай. Ты так... Какой же ты быстрый. Я очень быстрый. Я не буду аниматроника менять, пока мне все жизни не кончится. Погоди, Сань, не стреляй, стой, не стреляй. Спасибо. Ай! Ай-яй-яй-яй, надо валить! Да блин. Поймать? Да, блин, пригвоздили. Ладно, я ладно, не спорю, молодцы. Я могу лазить с гвоздями. А вот это круто. Ничего себе вы тут устроили, вакханалию. Слышь? Так нечестно, фу. Как это нечестно? Нечестно, когда вы пригвождателя меня мочите. Ничего, я понял. Надо валить быстрее. Где это паразиты? О, смотрите, ребята, сейчас будем делать эпик. Да ты блин. Да ты. Смотри, смотри, смотри. Привет. 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 Да так нечестно, что ты там просишь? Да я не делаю так бу. А, все, пригвоздили. Все, я валю, я валю. Жизни мало, очень мало жизни осталось. Да кого ты чешешь? Да блин, я не могу двигаться. А! Ай, жжет, 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 жжет. Давай, 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 пацаны, гаси его. А я не могу двигаться почему-то. Все, Тим, ты проиграл. Есть. Нифига себе вы гвозди, вы меня ежика сделали, а не аниматроника какого-то. Будешь теперь таким. Так, охранники, общий сбор в комнате охранника. Сейчас будет кое-какой прикольчик. Давай. У меня есть план. Давай. Сейчас давай, смотрите, давай. Просто наблюдайте за мной и делайте так же, как я. Это что за человеческая многоножка? Ничего не понимаю. Это типа не... А вы после вообще не палевные, я вижу, молодцы. Он их не видит. Глаза закрой, нас не видно. Я не вижу вас. Зато я тебя вижу. Один отстал от вашей компании. Давайте, давайте быстрее. Потихонечку вас отсеиваю. А где вы все? Потолканам, потолканам. Вы что, все в туалет пошли? Быстрее. Да. У всех несдержание. Пицца была просрочена. Отлично. Ах ты подлянка. Ой, он там. Закройте. Привет. А что ты там делаешь? А ты что тут делаешь? Выходи. Хорош в туалет ходить. Выходи. Ай. Нет.
Ты что, ненормально? Да убери ты свою эту штуку рахитную. Сюда, Дима. Ой, пацаны, сори. Ай. Да ну что ты делаешь? Да выйти. Кошмарный, уходи. Ты можешь дать выйти мне? Блин, вы такие классные пацаны, хорошо играете. Прям чувствуется командная игра. Да? Да, а что это на что надеяться? Мы самые лучшие. Мне кажется, он сейчас эта граната сам себя замочит. Такое ощущение есть. Молодцы. Молодцы. Все, не кидайте туда эти штуки. Ой. Отойдите. Я могу с туалета выйти? Дайте выйти! Нет. Сейчас гранаты сойдут, я резко выбегу и замочу вас. Сейчас. Берите все такую вот эту штуку и так вот гуляйте. О, можно выйти. Нет, нельзя. Слышь, ты мечник, ты что тут делаешь? С мечом бегаешь тут, отвали. Ты, блин, спалил меня. Ладно, я был не там. Я все это время ныкался на сцене. Почему мне помес, блядь? Где тебе? Ай! Ай-яй-яй, пригвоздейшн. Слышь, ты. Успокойся. А его там нет. Смотрите, что они делают. Вы всю пиццерию разломали. Мы эту карту взяли на прокат для записи. Что вы сделали? Он у сцены бегает. Блин, надо валить. Знаете, он может быть сейчас где угодно. Например. Палочки. А, блин. Ой. Слышь, ты, монетчик. Да ты отвали ты со своим этим самым. Ладно. Вот так, да, вы со мной сегодня обращаетесь? Хорошо, пацаны, я тогда беру очень жесткого аниматроника. Вы готовы? Ну как ты с нами, так и мы с тобой. Так я не сильно же вас и мочу. Не сильно. Слушайте по звуку, кто это? Звуки не издает аниматроник. Не слышно. Пацанам привет передашь. Кошмарионетка. Да, кошмарионетка. Кошмарный фарш. Ай! Да ну блин! Да что вы такие жесткие, блин, ребята, когда 7 охранников, это очень тяжело. Слышь, ты что бутылки тут держишь? Иди, знаешь куда? Ты, пулеметчик. Он на сцене. О, давайте проверим, сколько продержусь, если я буду видимый. Я его пригласил. Вали. Вы нормальные вообще? Да. Да я про... Сколько я минуту? Даже минуты не прожил, вы психи что ли? Вот так, да, вы со мной? Ого, у меня гвозди в животе торчат. Ладно, там в другом месте, я не буду озвучивать сейчас. Так я не могу двигаться. О, давайте возьмем кого-нибудь олдскульного. Ребята, беру очень старых аниматроников. Вы нормальные? Вы нормальные? Да больно, живот новый. Это вы что, меня заморозили и разбили? Да. Да ну блин, ну пацаны, ну дайте вы... Опять, смотрите, сколько гвоздей вы сделали! Это, короче, можно фабрику гвоздей открывать. Кому надо килограмм гвоздей, обращайтесь, после ролика насыпем. Ребята, ну что, вы меня вынуждаете действовать с вами очень плохо. Ты можешь успокоиться? Идем. Здесь в туалете. А я не могу двигаться, вы опять своими гвоздями набросали на меня. Отойдите. Не входите в коридор. Я его гвожу. Гвожди. Не заходите туда. Ну все, я понял, я уже и так не могу ничего сделать. Гусонек, у тебя очень хорошая команда набрана. Так ну блин, ну я говорю, не заходите, они заходят. Они специально. Ух ты, разбил меня опять. Его разбили, вы его минимум сделали. О, точно, это баг, который работает. Ну че, пацаны? Отлично. А вы меня не сможете теперь замочить, у меня жизни нету? Не, у тебя есть жизнь, вы можете замочить, просто ты не видишь. Ну для себя. У меня, кстати, нет даже прицела, я полностью отключил интерфейс для того, чтобы у меня было по-хардкорному. Я не вижу ваши никнеймы, кто есть кто. И не вижу, сколько у меня жизни. Ну и при этом нет прицела. Пригвоздил, он у сцены на колонке. Ай! Вот. Стреляйте в него, он у колонки. Да, молодец. Гвощу. Да все. А, я еще живой. Вот, мы его гвоздим, но убивайте его. Уходите. Вот это у меня лагается, ну успокойтесь, психи. Давайте убивайте его. Ну вы гении.
отложил. Вот кто это вот под холм кидает? Выходит босс на арену. Кто же это? А кто это? Это очень мощный. Это так, сначала его надо найти, находим. Подожди, у меня что-то заб... А, я такой большой... Стой, я сильно большой. Я помню, кто это. Да? О, он здесь в туалете, ребят. А что, он да? Кастик? Да. Вы будете меня слышать по звуку лап. Это немножечко небольшая подсказка будет. Ты можешь дать мне выйти? А это босс. Да ну зачем? Вопрос. Вы что, убили меня? Так у меня ж было 100 тысяч. 10 тысяч у тебя вроде. А, хорошо. Тогда вот босс. Походу быстрый, взял... невидимый, мощный. Походу он взял Twisted Ones. Приготовьтесь. А, я знаю, где он ныкается. А, ну где? Привет, я тут. Он у нас! Это ваша хата теперь стала моей хатой. Ха-ха-ха, вы мне ничего не сделаете. Щенки! А что ты, что ты, что? О, простри! Ты как открыл калитку? Легенда, Пламер, уйдите. Я поквощу, стреляйте с этой. Да как мне играть? Вы опять пригвоздили меня! Давайте, пацаны, у него 100 тысяч хп, ну всего лишь так. Я не могу даже невидимым стать, а почему? Я земли... Я когда земли не касаюсь, я не могу невидимым вставать. Не стреляйте. А во! Кто через раз работает. А как ты убиваешь столько далеко? Это вы сами себя убиваете, я вас вообще не трогаю. Да блин. Ну-ка появись снова. Я свалил. Да ты врешь, Дим. Да меня нету там. Так, это запах говна. Всё. Не стреляйте монеткой, подожди. Да, ребят, вот он здесь в углу стоит. Да блин, спалили, так его здесь не сходят, еще. Я вот... Ай, блин, я свои лапы только могу нюхать. Вот это жесть. Но мне кажется, эти жизни вы очень долго будете выносить, пацаны. Ай, блин. А я ничего не могу сделать, у меня кроме пищания ничего не происходит. Да ты задрал гвоздожоп, блин, ты сколько можно меня гвоздить? Меня вы почему гвоздите? Молодцы, молодцы, моя школа. Так и делайте всегда. У него 40 тысяч хп осталось. А, 40 тысяч? Ты уже столько вынесли? А, да. Он тут же стоит. Не, я улетел в туалет. Врешь, как дышишь. Да, да коня, кому тебе... А вот, вот, ладно я. Ну, короче, в этом ролике охранники выиграли. Но еще не все потеряно, я еще буду мочить вас. Давай, слышь, ты не Windows, я вижу тебя. Я думаю, что не знал, что ты там ходишь. Я полупрозрачность вижу. Вы, короче, без пригвождателя никто. Слышь, ты хорош. Я тебя замочу. Молодцы. Хорошо играете. Тут же. О, отлично. Во, ребята, вот сейчас они будут заходить, я буду их всех мочить. Есть. А, в туалете. Есть. Ха-ха, вы красиво ложитесь. А твоя граната-то ни о чем. Есть. Красиво я с пацаны мочу. Отойди, Сань. Блин, да четко попадаю. Я вижу опять невидимку. Я тебя увидел, ты зашел в туалет. Я тебя вижу. Чувак, это очень примитивно. Блин. Повезло. Давай, невидимка, заходи, я тебя вижу. Ну-ну-ну, давай, не ссы, заходи. Да сколько ж можно? Так, сколько у меня жизни, ну, пацаны? Ну, может, 1200. Ой-ой, 37 тысяч. А, у меня еще жизни много, я могу спокойно ходить мочить вас. Но блин, ну я сильно гигантский, я не вижу за своим туловищем ничего. Гвоздил. Давайте сейчас гвозди сойдут, я разрешаю взять вам админский пистолет около одного игрока. Ну, у меня тоже ваншот. Я понял. Сейчас я его просто... Если умрешь ты, то проиграла ваша команда. А если я, то проиграл я. Да почему так бы? Да я поддался специально, чтобы ролик был веселый. На самом деле я нет. Да ладно, ладно, ладно. Все, они вот... Ой, охранники выиграли. Блин, это было сильно. Я так хотел тебя замочить. Я, кстати, целился по тебе, но так как у меня нету прицела, я не смог по тебе попасть. Ты сначала зашел и вышел, потом вернулся и замочил меня. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.